Привет, ребятки! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти Дмитрий. Мы с вами продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. И я решил продолжить там же, где мы закончили, потому что мне жутко понравилась эта улица. Она охренительная какая-то. Она такая маленькая, насыщенная, заполненная вот таким вот говном лошадиным. Парадоксально, кстати, то, что лошадей нету. То есть они были, да, в карете показаны, но вот так вот, в принципе, вот кареты сами по себе по улицам Парижа нынешнего не ездят, как и лошади. Это слабо заметно из-за обилия вот таких вот вещей, как, допустим, вот этот мужик, который работает с бочкой, вот этот чувак, который в бочке ковыряется, моет руки. Блин, насколько все создает иллюзию того, что город живой. Насколько это круто, насколько все эти сцены крутые. А представляете, как это все прорабатывалось? Как это все запихивалось сюда. Просто люди, которые идут, люди, которые что-то обсуждают, женщина, которая боится, мужчина, который просто стоит и кусает губы, этот упырыш, который пялит на девушку, мужик, который кричит в воздухе, напоминает мне нигера из GTA, который постоянно кричал на выходе из игры, из дома, из безопасного дома. Как мне это все нравится, я вот прям охреневаю от этого. Уже конец игры, по сути, а я до сих пор под большим-большим впечатлением проделанной работы. Вы посмотрите, просто ни один предмет просто так не валяется. Вот говно убирается. На лавках сидят. Книги жгут некоторые товарищи. Вот некоторые читают. Охренительно. Преступление совершается. Ассасин спешит на помощь. Тихо. Дороги. Дороги, 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 дороги. Я его поймаю. Вы же не против, что я вам помог? Вы же не против? Против, да? Ну и ладно. Зря. Мы могли вместе все сделать. Ирод. Но нет же, вам подраться. Сейчас поднимется еще говноед один, которого тоже убить надо. Давай, да, иди сюда. Кстати, не работает это умение добивать лежачих, когда прыгаешь на человека. Когда прыгаешь на человека, который тебя обнаружил. Так, к слову о том, что я говорил в прошлой серии. Либерте! Либерте! Далеко ли миссия? Далеко ли миссия? Далеко ли задание? Вообще-то далековато будет, поэтому я, наверное, лучше быстрым перемещением, да, воспользуюсь. Профессиональная озвучка спецэффектов. Тюльри! Вот отсюда я готов идти. Ну, посмотрите, другой район. Революция кипит. Кстати, довольно опустелые улицы уже. Люди либо устали, либо погибли толпами. О, вот это точно погиб. Нормально, уронили балку с головой. Шел, надо вот этим чуваком поднял пику с головой, а потом взял и уронил ее. Нормально, бывает такое. Почему нет? Оп, здравствуйте, что это такое? Просто взломать? Почему нет? Хороший уверенный, мертвый уверенный. Кто такие? Шви, видите преступника? Все, ладно, я не хочу-то наверх подниматься. О! Батл. Не будем мы вмешиваться. Можно было бы помочь тем ребятам справа. Но я, наверное, не успею. Сейчас посмотрим. Или успею. Да, они в другую сторону бегут. В задницу их, короче. Всем помочь не получится. Нет, я был не прав. Все-таки есть какие-то локальные сборища толпы. Дороги, с дороги, с дороги. Куртизаночки. Да-да.
Пожалуй, заберусь-ка я на крыше. Там людей нет, там спокойнее, там дорога спокойнее и быстрее. Давай быстрее. Оп. Молодец какой, а. О боже, какая красота. Охренительно. Отлично. Театр. Сундук в театре пополнился. На, не сразу получилось проползти. Часть 10. Воспоминания 1. Приглашение на ужин. Депутат национального собрания Луи Мишель Лепелетье. Лепелетье замешан в плане Жермена. Узнайте, что ему известно, и убейте его. Убивать. Окей. Легендарные призрачные штаны мы за это получим. Круто. Лувр, 20 января 1793 года. Уверен в этой затее? Не то чтобы совсем. Но маркиз бывает в конвенте вместе с Лепелетье. Вдруг что подскажет? Так, какой из примеров порочности духовенства более яркий? 7 монахинь, устроивших оргию с приходским священником, или бенедиктинец, который изнасиловал козла по кличке Пий? Ну уж нет. Хотите, пытайте, но я вам не отвечу. Согласен, Арно. Пусть будет козел. Итак, чем могу служить вам и вашей милейшей спутнице? Луи Мишель Лепелетье. Что вам известно о нем? А, Луи. 2 года назад был против смертной казни, а теперь требует казнить короля. Где его найти? Увы, другие депутаты меня чураются. Я, видите ли, не очень люблю рубить головы невинным. Кстати, о невинных. Десад? Да. Лепелетье? Да, Луи обычно обедает в одном заведении, что подле Пале-Рояль. Там его и ищите. Не найдем? Вернемся. Правда? Тогда, надеюсь, не найдете. Не надейтесь. Старый плут, а, маркиз? Грязный извращуга. Везу вино во дворец. Куда езжайте? Смотри, вымой окна как следует, а то месье Лепелетье браниться будет. Да, мадам. Гражданин Лепелетье. Гражданин Карьер. Хорошо. Вообще-то очень хочется просто взять и убить без всяких там доп. Заданий, если честно. Исследуйте область, создайте возможности. Уникальные убийства 1, стражники 69, укрытие 17, выход 14. Можно убить заразу и все. За раз и всех остальных. Луи Мишель Лепелетье. Луи Мишель Лепелетье де Сен-Форжо родился 29 мая 1760 года в Париже. Уже в 1779 году многообещающий юноша стал советником парижского парламента. До революции парламенты были судебными органами и не занимались законодательством. Чтобы обойти возрастной ценз, ему потребовалось специальное разрешение, полученное, скорее всего, благодаря протекции тамплиеров. Занимаясь юриспруденцией, он карабкался по служебной лестнице этого учреждения до 1789 года, а затем был избран в Генеральные Штаты представителем аристократии. Однако очень скоро он отринул свое происхождение и поддержал третье сословие. После этого полностью посвятил себя политике и даже на 2 недели июня 1790 года стал президентом учредительного собрания. Будучи юристом, Лепелетье участвовал в создании черновика Уголовного кодекса, предполагавшего отмену смертной казни. Но эта идея была отклонена. Отмена смертной казни? В 18 веке? Спокойно, Америка, ты тоже когда-нибудь подтянешься. Так. Громил доведено до безумия. 2. Двойных убийств. 2. Хорошо. Толпа просто.
бесщадно огромное количество толпы. Я попробую зайти вот через это окно. Спускайся. Ой-ой-ой-ой. А можно сделать вот так? Он засранец, а, увернулся. Дружище, ты был хорошим противником. Браво. Серьезно, довольно неплохой противник. Но нет. Сегодня я вышел победителем. Тара-тара-тан. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Тара-тара-тан-тан. Не, ну чё это, а? Пале-рояль. Читайте. Коли интересно, читайте. Вроде чисто. Тара-тара-тара-тара-тау. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-пау. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-пау. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-пам. Давай, дружище, работай. Убивай! А, блин, против двоих тебе, конечно, будет трудно. Ты еще и туповат на голову. Контратаковать не умеешь, да? Не, вообще не умеет. Но он толстый. Эй. Ну-ка, не вмешивайся в драку. Ой, я, кажется, убил женщину. А так. Теперь шансы равны. Дружище, подойди сюда, пожалуйста. Почему ты обычных не убиваешь? Вот серьезно, почему ты не убиваешь обычных? Иди сюда. О, ты и так умеешь? Такого урона не ожидал, да, наверное? Наверное, да. Вряд ли. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Тан-тан-тан-тан. Та-ря-тан-тан. Нет, это мы взламывать не будем, господа хорошие. Тихо. Вот этого надо бы убить. Тише, 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 тише. По-моему, все четко. Гражданин, а ну стой! Гражданин. Ребятки, мне бы вас убить сейчас.
Что-то получилось. Там товарищ один. Хорошо, что ему плевать на то, что здесь внизу происходит. Тише, 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 тише. Подходим, подходим, подходим. Он нас не видит, не видит. Вообще не понимает, что происходит. И тут бах, и он умер. Как бы нам вот на эту сторону. Пойдете на казнь завтра? Конечно, а вы? Возможно, воздержусь. Не люблю толпы. Долго? Что же за крестное событие весь? Останусь пробить. Эй! Беги! Подождите! От меня не убежишь! Бей его в спину! Стража! Стража! Задержать! Ну-ка! Граната пошла! Умри! Не мог выбрать дым, блин, извиняюсь, ребят. Я просто тебя хотел убить, друг. Правда, встревожил весь дом. Никакого тихого убийства. Предатель. Потом, когда его казнят как простолюдина, мы явим миру истину Жака де Мале. Являйте миру все, что угодно, магистр. Но я служу народу Франции. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. Гражданин Лебелетье, в данный момент 360 голосов за помилование и 360 голосов за казнь. Ваш голос. Казнить его. Голоса были подсчитаны, великий магистр. И? Король умрет. Я это знал. С нетерпением жду момента, когда увижу конец тирании. У вас будет лучший вид. Вот ты где! Из меня плохой ассасин. Вот что я подумал за все это время, ребятки. В том плане, что я не появляюсь как тень, то есть не как Хитман. Но, в принципе, я не ставил для себя этой задачи. Если позаморочиться, то я смогу, уверен, выполнить доп. Задание. Ну, то есть не доп. Задание, а доп. Условия так, чтобы никто меня не увидел. Видите, в принципе, по испытаниям идеально сделал. А так... Забежал, как хрен знает кто, показался на вид сразу всем. Чувак исчез, на крыше ходил, потом исчез. Показался всем, кому только можно, и убил очень грубо. Ну, блин, ну ладно. Я говорю, не гонюсь за этим. Извините уж меня за такое. Люди, которые хотят вот именно какой-то ниндзевской скрытности. Убить целую Мишель Ле Пелетье. Почитайте. И полет братьев Монгольфье. Так, кафе Фаврие в Пале-Рояль. Тоже сможете почитать. Ну и, кстати говоря, надо одеть штанишки. Снаряжение. Снаряжение, снаряжение, снаряжение. Ноги. Как раз у меня дерьмовые ножки были. Теперь они у меня хорошие. Легендарные призрачные штаны. Ае, незаметность. И стойкость. И улучшим сейчас за Хеликса. Прям. Бум, красота. Так, использовать. Круто, да? Они круче даже, чем вот эти легендарные штаны, допустим, разбойника. Хотя вот армейские штаны гораздо более незаметнее. Еще бы пояс. Какой-нибудь крутецкий, потому что я, у меня никакого нету, и я что-то и не покупаю. Ну, даже не знаю. Вот этот красивый сюда подходит. Добротный призрачный пояс. Надо купить. И стойкость, незаметность дает дальний бой. Нехило так.
Или добротный пояс Арно, просто дальний бой и стойкость даст. Вот, добротный пояс Арно, да, и не выпендриваться, с его поясом просто походить. Да, хочу его купить. Даже не в магазине можно покупать, нифига себе, я только сейчас это знал. Ну и улучшу, это будет последний пояс, который я буду носить, который я буду покупать, поэтому... Чем мне париться? Защита предплечий. У меня нету ничего такого крутецкого. Добротные наручи горожанина. Ну, у меня добротные наручи Арно. И плевать, этого хватает. Вот грудь бы какую-нибудь еще открыть, типа... Легендарная призрачная накидка. Вот это бы. Под набор, да? Здесь нужно соревнования клубов играть. И только благодаря им получится открыть легендарную призрачную накидку. Было бы охренительно, конечно, в ней походить. Подстать остальному набору. Было бы очень круто. Ну ладно, пока в этом походим, в том, что умеем. Вуаляшеньки, ребятушки, вуаляшеньки. Где на... А, вот он. Хорошо. Я зайду сюда и убью тебя. Первым делом. Потом поднимусь наверх и убью тебя. Следующий. Умрешь ты. А теперь ты. Что ж вы здесь без света сидите, как извращуги какие-то. Серьезно. Делать нечего, что ли? Еще один падла там, наверху. Дайте я выведу из строя колокол. Чтобы продолжить станьте инкогнито. Я, блин, сейчас пойду, стану инкогнито. Я сейчас наверх поднимусь и убью его нафиг. Блин, на замок сложный. Не для меня. Я такой не смогу сейчас открыть. Ладно, пардоньте, зря заходил. Зря заходил. Извиняюсь. До свидания. Не буду больше вам мешать. Этому мужику наверху повезло. Вуаля! Ладно, ребят, на этом закончим. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, удачи.